Для визуализации лазерных роликов в формате LaserGraph DSP необходимо произвести следующие операции. Для боковых лазерных проекторов зададим настройку лазер, протокол LaserGraph DSP, лазер номер 1. Для центрального лазера, который работает на лазерный на водный экран, мы зададим настройку LaserGraph DSP, лазер номер 1. Нажмем на Apply и выйдем в главное окно Light Converse. Сворачиваем Light Converse, запускаем LPV Player. Он имеет следующий вид. И здесь необходимо произвести следующие настройки. Открываем меню LPV Player, пункт Special. Заходим в меню Visualization и ставим галочку Enable Visualization, если этой галки нет. Программное обеспечение Light Converse. Проектор номер 1, 2, 3, 4 ставим в соответствии с номерами лазерных приборов, которые мы только что указали. 1, 2, 3, 4. Нажимаем кнопку ОК. Открываем любой лазерный ролик в формате LaserGraph DSP. В данном случае у нас есть LPV трейлер, который идет в поставке с данным лазерным плеером. Он начинает воспроизводиться. И переходим в Light Converse для того, чтобы увидеть, что мы видим картинку из нашего лазерного ролика в реальном времени, так как действительно она визуализируется и отображается. Главным отличием лазерного ролика в формате LaserGraph DSP от роликов в формате Pangolin является то, что в роликах, записанных для LaserGraph DSP в формате LPV, в одном ролике содержится информация о множестве лазерных проекторов. И таким образом, вам необходим только один файл, чтобы увидеть всю лазерную партитуру, которая будет воспроизводиться в вашем лазерном шоу.